Снизить уровень стресса, повысить навыки общения и просто дать выход творческому порыву. Добиться всего этого можно благодаря арт-терапии. Лечению с помощью творчества был посвящен очередной мастер-класс в рамках проекта «Химки. Интересно жить». С химчанами встретилась художница Елена Виноградчая. Специалист рассказала, как с помощью пены для бритья, клея, ПВА и гуаши сделать объемную краску, а затем с помощью полученной консистенции изобразить объемный рисунок – мороженое. Наше рисование объемное. Нам нужно не просто нарисовать, нам нужно создать объем, то есть несколько слоев, поднимающихся плавно наверх. Так они и застынут в дальнейшем. Клей позволит нам сделать эту конструкцию плотной. Для многих участников встречи это первые шаги в изобразительном искусстве. Наталья Никоноркина осталась довольна своим творческим дебютом. Полученные знания точно не будут лишними, признается химчанка. У меня дети, их трое, и научить их чему-то интересному и новому я просто обязана как мама. Ну и для себя очень интересно владеть всем, потому что кто его знает, к чему жизнь приведет нас. Творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. Например, из газеты «Химкинские новости» в разделе «Афиша». Афиша, в которой есть информация, какие мастер-классы можно посетить не только в микрорайоне Сходня-Херсановка, но и по всему городскому округу Химки. Дополнительную информацию можно получить в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте. Проект существует уже больше года. За это время его посетили около 80 тысяч человек.